Татарский как государственный язык Татарстана будет изучаться в школах, но на добровольной основе. Об этом сегодня говорили на Госсовете Республики. Как сообщил прокурор Ильдус Нафиков, изучение госязыков республик должно быть на добровольной основе в пределах 2 часов в неделю. Татарстан получит на жилищное строительство из федерального бюджета субсидию на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Всего регионы получат 20 миллиардов рублей на развитие жилищной сферы. Татарстанский пенсионный фонд внедряет систему для оценки качества клиентских служб. Работу можно будет оценить улыбающимся или грустным смайликом. Система будет обеспечивать контроль оказания государственной услуги.